Об этом сегодня рассказали в армии ДНР. Разведка ополчения зафиксировала передвижение боевиков с оружием и боевой техникой. Мы подтверждаем данный факт, что частичные подразделения, которые базировались в зоне АТО, они отведены, и по нашим разведданным они отправили в сторону Киева. Это внутренние разборки в Киеве. Пусть сами разбираются, кто кому подчиняется и выполняет приказы. Они неоднократно говорили, что они подчиняются командующему своему. Потом говорят, что не подчиняются. Пусть сами разбираются. События в Мукачеве. Здесь организация крайне непопулярная. Война, которая говорила разговор о том, что с такой Украиной местным жителям...